Сегодня средняя цена за однокомнатную квартиру в Улан-Удэ колеблется от 1 миллиона 600 тысяч до 1 миллиона 800. Местные риэлторы отмечают, что цены начали расти с осени прошлого года и по традиции больше всего подорожали однушки. Чем меньше площадь квартиры, тем дороже цена за квадрат. То есть, так как спросом пользуются больше однокомнатные квартиры, мы все-таки отталкиваемся от цены за квадратный метр. У однокомнатных квартир рост произошел примерно процентов на 7, ну 5-10%, вот так. У двухкомнатных это чуть меньше, процентов где-то на 6, на 5. И у трех и более многокомнатных квартир, менее 5% сейчас рост. Данные риэлторов подтверждают и в Бурятстате. Специалисты отмечают, что рост цен на вторичку зарегистрирован впервые за 2 года. Средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке жилья на конец 2018 года составила 44 888 рублей. На вторичном рынке рост цен более ощутим. За 2018 год средняя цена квадратного метра выросла в среднем на 9%. Экономисты подобное развитие событий предсказывали. Новостроек стали сдавать меньше. Логично, что это повлекло рост спроса на вторичку. В условиях, когда цены на вторичном рынке в предыдущие годы были ниже, чем, скажем, на жилье, которое было новое, то есть вновь вводимое, да, соответственно, получается, сейчас идет некий такой компенсационный рост. Это первый фактор. Второй фактор заключается в том, что последние вот год-два, в общем-то, мы видим, особенно в этом году, в прошлом году, активное вкачивание денег в экономику в рамках национальных проектов, исполнение там майских указов и так далее. Если же взглянуть на общероссийские показатели, максимальный рост у Ленинградской области свыше 21%. А вот в Тюмени, наоборот, цены упали. И все же экономисты сходятся в одном. Цены еще будут расти, как минимум до начала лета. Батыр Ламбаев, Вячеслав Батоев, Новости дня.